小。KOT 这边还打了一个这个强击光环，还不错。相当于小鹿上来就有了一攻，嗯。现在炼金还没有到三级，所以是 boss 的有点。对，现在炼金需要单练一下好一点，我感觉。嗯。炼金打完这波不到三的话。这个120已经马上就要всем здорово, всем здорово, блин, они уже начали, короче, по расписанию раньше начали на 20 минут. Я только хотел врубать стрим, а у них уже идет игра первая. Не досмотрели, написано было в 9:50. Начали раньше на 20 минут. Блин, тут уже первая катка идет в самом разгаре. Муна... Муна с 120-м. Что-то по ситуации зимней карте. Что такое качество плохое? Так, здесь крипджек будет 120-го. Там база у Муны работает, маздрядки. Ситка пошла, там дестройер поднимается. Но здесь все 120-го вроде разбирают. Всего 4 финда, еще крипы бьют. Надо ТП делать, наверное. Или здесь будет минус 120. О, минус 2 финда. Минус 3. Это, походу, дело ГГшечка. Там база у Муна работает. О, еще и дестраф паутину кинули. О. Это да, это что-то, по-моему, здесь все печально, у Андеда. 32 лимита, у Муна база стоит. Причем Мун, по-моему, в этой битве ничего не потерял. Так вот. Очень странно, кстати, что Муна в итоге отсюда убежал. Его так Абум, что ли, напугал? Возможно, просто мана закончилась, хотя на кипере есть немного маны. Блин, самый прикол, что я 20 минут, когда проснулся назад и пошел делать себе завтрак, я врубил стрим, и он вообще не запускался. И сейчас пришел, он работает. Ну, кстати, у Мона только дриады, и там как базу, если 120-е поставят, то не факт, что еще все закончено. Но Undead, конечно, очень много потерял. Так, сейчас будет. Фига он где-то деревьев нашел. Шар выпал Муну. Непонятно с какой точки. Наверное, с экспанда, когда крипал. Ну, шар, конечно, да. Неприятно. Бесполезно. Практически. Упадает бутылка. Ну, слушайте, Андед хоть и потерял всех финдов в той битве, он сейчас постепенно отстраивает. Если он базу поставит и закрепится на базе, то Муну не будет, не так просто будет продавить, потому что, сами знаете, Андеда на базе продавить на экспанде. Хотя вот здесь сейчас крипджек жесткий, здесь всего два финда, один Абум. Минус сразу, нет, финда подхиливают, Абум, Абума диспелят. А финдов закопки нет, кстати. То есть он даже не разводит их там на... На просветочку приходится на халяву отдавать. Дестройер, кажется, мисснул диспелом, по энтам не попал. О, минус 2 финда. Приходится Абума хилить. Опять что? Опять в дестройера в сетку кинули. Причем вообще непонятно как. Этот паук подбежал и кинул дестройера в сетку. Сейчас попытка убить алхимика, но там бутылка есть. Хотя сразу инвул нажимает. Не бутылку. Но Андеда потихоньку база начинает работать. Сейчас дестройера может отдать. Еще здесь Абум идет. Есть прикопка. Ну, 120-й что-то не доконтроливает. Он только что дестройера отдал, хотя койл был. То есть он койл мог чуть-чуть пораньше кинуть. Перед тем, как показаться киперу.他可能是觉得炼金的这个化学狂暴，对，主要他现在输出也不高，输出也不高，他必须还需要炼金去输出一下。好，找了一波树人过来。因为小鹿比
这个空军的劣势就是在于他没有办法特别。Так, сорян, отходил. Да-да, всем привет. Здорово. Пропустили мы начало, потому что они раньше начали. Непонятно почему, но такое расписание у них. Видимо, раньше закончили там сцену открытия или что у них там было. Так, в общем, Уна уже 70 лимит подряд, потому что все это время у нее экспант работает. Ну вот, наконец-то. Потихоньку начинает работать экспанд у Андеда. Но у Андеда 50 лимита. И нету зекуратов. Здесь, конечно, плюс один зекурат был бы очень кстати. Его нужно как-то спасти, но Мон нет. Мон просто его сейчас убьет. Зекурат бы очень сильно помог в такой ситуации. Абума... Ой, там сколько энтов. И Абум еще в сеточке. Ну, не знаю. Здесь, по-моему, Андеду не отбиться уже. Там Нова кидается аж в энтов. Энтов-то как бы диспелить надо, а в итоге приходится в них Нову кидать. Минус финды. Да нет, просто дряд намного больше. Есть ли там свитки у эльфа? Если есть свиток, то это точно конечное. Если нет, то может еще как-то... Ну не, ну слишком много дряд на них, скорее всего, еще там... Да, есть свиток. Минус обумы все остается. Чисто на героях здесь Андед пытается отковыряться, но... Это такое. Очень много дряд. Сейчас лича, по-моему, убьют. Там нет койлов. Инвулна там на ласхитах передал. Койл нашел. Ну, очень много просто Андед терял. Ой, как крутое окружение иллюзиями, но иллюзии задиспелили. Ну, он все контролит. Стафы там все есть. Обратим внимание, что у лича нет ни одного когтя. Даже, смотрите, на ТП развел. И ДК табуреткой пытался подхилить. ДК, но нет. Андед не сдается. Нет, там, посмотрите, количество дряд. 73 лимита. Андеда 35 лимита. Я хоть и не видел начала, но я считаю, что вот это сражение внизу справа от экспанда, с которого мы начали практически смотреть игру, оно стало решающим, потому что там было у Муна 50 лимита и у Андеда что-то в районе 50, и Андед там очень плохо сражался. Соответственно, после этого Мун стал наращивать преимущество. Он, кстати, может уже в Т3 выходить. О, когти выпали. Блин, при этом Undead все еще в игре, несмотря на то, что он уже третью или четвертую битву сливает, он все равно там успевает что-то подстраивать и как-то еще крепится. Сейчас, может, еще когти плюс 12 выпадут. Ну, непонятно здесь, как. Конкандент вырулить, может быть. Ну, не знаю, может, как на Херакиле. Ну, флейта. Так, погодите. Мун перекачался на хил, или он просто на пятом уровне хил взял? Так-то дряды с хилом вообще жестко. Учитывая, что хила негде брать. Мун как-то очень поздно делает апгрейд на деревья. Вообще, я не знаю, почему Мун не стал в Т3 выходить. Мог бы медведи добавить. Просто в такой ситуации на соло-медведях оставаться как-то такой себе. Что-то хочет купить Андед в маркетплейсе. Когти купил. Плюс, погодите, плюс 23 у него. Плюс 9 еще не когти купил. Ну, когти плюс 9, по-моему, 300 золота стоит в этом в магазине. 300 золота? Откуда он вообще 300 золота взял? А, он на 50 лимита сидит. Сейчас посмотрим, может, херакильчик удастся. Ну, кстати, 1-1 грейда, не 2-2. Там 5-5 героя. И 79 лимита. Так,
这样的话小鹿的阵型其实是展不开的，展不开，对，但不能让小鹿展开，从上面和左边一起来打。Здесь на халяву энтов убиваем. Там лич очень близок к пятому. Все-таки теоретически херакил может быть. Ой, как Мун здесь плохо забегает. Сразу теряет, по-моему, двух дряд, но убивает просто финда. Ну, да, там столько финда копий летит, что не может ничего он сделать. Три обума, кстати. Но очень много дряд, очень много дряд. Еще хил пошел. Там дестройеры ничего не делают. Минус обум. Дестройеры только начинают диспелить, сразу минус дестройер. Не, ну тут дряд огромное количество. Это как, не знаю, две пачки рифлов. Только с ядом. Да, толку от андедских героев нету при таком количестве армии. И все еще захиливает алхимик. А бум там навонял, в итоге алхимик все захилил. У Монос слева еще одна база ставится. Опять все, нового вентов. Ну, тут на самом деле кидать нового-то не в кого. Вообще, у Ульфа халявная армия такая, что феррики, что дриады. Тебе тупо некуда нового кидать. То есть ты либо кидаешь нового в героев, либо, соответственно, вентов. А на героев что-то вообще как-то пофиг. Прикольно, она двумя героями бегает, они не умирают. 120这波也是把所有的哎没死哈还可以，只带回去了一个兵，也挺惨。Скоро шестой кипер уже. Не знаю, что Undead все еще в игре. Ну типа до конца гейминг, но и так понятно, что он как бы проиграл. Там у Муна, блин, всю игру работает две базы, и Undead каждое сражение сливает. Нормально так алхимик захиливает. Сколько там мейн осталось? Сейчас уже мейны должны закончиться. Просто я все жду, когда Undead проиграет. Точнее, смирится с поражением. К чему это его привело снова к эльфу? Блин, дряд вроде похилили, но они все равно воняют и теряют хп. Ой, виспы-то как неудачно подошли. Минус виспы. Не знаю, чтобы такое количество дряд законтрить, тут нужны как бы 3-4 обума в стенке и сзади несколько катапульт с финдами. То есть тут нужен тоже 70 лимита. А Undead никак не сможет 70 лимита сделать. Просто никак. Хотя, если бы он посидел какое-то время на базе, то есть покачал бы деньги и потом вышел бы. Ну просто, если бы он так начал делать, то эльф бы занял все базы на карте. И там бы вообще было пофиг, во сколько лимит Undead выйдет. Шестой кипер, Транквилла пошла. GG смирился все-таки с поражением Undead. Сейчас будет вторая карта. 其实这一盘木稳前期劣势还是挺大的，就是，也是120这个两波练级被抓了以后，被拖延了太多时间了。对，木的话前期的两次开矿吧，其实都是被120很成功的打乱了节奏。对，其实就是已经延缓了他这个部队成型的时间，在120五十人口的时候，木稳也只有50人口，而且分矿还没有进行运作。其实这一波是120最好的机会。 最伤的还是右下角的那个。对，然后就是结果120选择去练了一个点，还被抓了。嗯，其实那个时候他就算交一本 TP， 其实并不亏的。一本 TP 如果能保下来两个车子和两只蜘蛛的话，可能没有想到那个后面那个野怪的攻击力这么高啊。嗯，直接就，而且他们都是普通攻击，打这个蜘蛛和车子速度都非常快。是的。嗯，只能说。 Да, сегодня Фоги играет.
Сегодня играет Мун 120 Фоги и Найт Энд, а завтра уже полуфинал, финал и матч за третье место.看一下下一张地图是什么，如果不知道这个今天120去的是什么图，这边的话120败者就是CH，CH是比较难开矿的。而且前期就是能练的点也很少，所有的练习点都比较远，对于暗夜来说，除了练门口一个怪以外，第二个点可能要跑到地图中间去练了，这就对尤迪来说很好打。但是其实前期刚刚那盘他也占到了同样的优势，但是他其实就是中期没有处理好，还是有一些大意了吧。有一些其实就有感觉是敌了，就是感觉自己优势比较大，自信操作。那其实我觉得如果要是在第一盘的基础之上，然后120能够稳健一点的话，还是很有机会的。对，其实刚才那波分矿他就站在那分矿不走了就可以了，因为木文那时候已经回防了。如果真是就是都站好了打的话，木文那波只有五六个小路是根本没有机会的。对，刚好是他带球力气最强势的一波，对，再加上前期的话有一个干系列的 Q。 木文这个抓这个找这种翻盘点找的还是非常的精确的。 对，、啊、对，所以说是他刚才意识的一个体现吧，就是因为他知道自己在兵力劣势之下想要去打的话，最好的机会可能就是去抓对方 MF 的一个后退路线上的时机。Это было три, да, тут все матчи было три. До двух побед. 这张地图的话，前期好像没有什么太意外的。这张地图因为不太好开矿，看木啊，还是选用了 KOG。没有什么特别意外的可以去练级的点位。木文本身的风格他就是比较喜欢那种像以前用兽王用这种中立首发去打。Так, ну что там, снова козёл от Муна. Вообще странно, что он Маздриата играл, учитывая, что есть масс воздух. Ну, посмотрим. Здесь стандарт от Андеда. Всё стандартненько, финдов будет выходить. Здесь козёл.会比较多一点。Вообще, кто выиграет в этом матче, скорее всего, встретится с Хапачем в финале. Но это не точно, конечно. Может, еще Night End пройдет финал. Кольцо плюс 3. Кипер побежал на Харас. Он здесь фиспом увидел крипинг, наверное. Иначе зачем бежать на Харас? Так, как Алита здесь энты принимают. Да, решил на мейне немножко похарасить. Но это такой бессмысленный харас, потому что здесь ни одного Акалита ты не убьешь. Единственное, что делаешь, это немножко замедляешь добычу золота. И то это такое все. То есть это не стоит 100 маны, которые он сейчас потратил. Имхо. Ну, сколько здесь? 50 голды, 40 голды не добыл, 120 в этот момент, пока Калит бегал. Не знаю, не стоило того. Ну, время немножко выиграл, такое все. Возможно, хотел Андеда на нерубку развести. Андед, кстати, не развелся на нерубку. Сразу два зиккурата ставит. Ну, кстати, вот, возможно, Undead из-за этого
под пуша не вставил Зиккурат и типа этим выиграл время. Ну не знаю, типа. Типа. В любом случае, здесь Мун уже на базу прибежал, второй уровень получил. Здесь тоже второй уровень. Оп, минус висп. Ну что, будет база, скорее всего. От Муна где-то на Т2. Или может даже прямо сейчас, но он дед рядом, поэтому опасно. Блин, конечно, нам, как обычно, зритель-комментатор ничего не показывает. Ой, как агрессивно крепит Мун точку. 20 не видит этого. Так-то здесь можно было бы вот этого огра добить. Скайла. Глазики. Ну, Undead прибегает очень поздно, когда уже здесь все закреплено. По-моему, забрал экспу. Undead. Но это не точно. Ха-ха, снова ставит. Опять дряды будут. Что-то понравились дряды Муну. В воздух не играет. Сейчас будет третий левел добивать вот на этой маленькой точке. Блин, матчап, конечно, скучноватый такой. Мне не очень нравится. Вчера были поинтереснее матчапы. Даже андедовский мирор был интересный, потому что там как-то через личей очень быстро играли с таким с постоянными замесами. Жалко, что Хуман выбыл единственный. Теперь остались только Орк, Андед и вот еще какие-то. А, ну еще сегодня Эльф или Андеды пройдут. Блин, что? Что? Скелетики добили! Лол! Вы видели лицо Муна, да? Когда скелетики добили этого пятого гнольчика. Да, это тут еще тут третий ДК тусуется. Арчей можно убить. Как минимум одну. Вторую вряд ли, там уже рядом колодцы. Да, скелетики на халяву просто добили. Оп, еще и гнольчика забрал. Что, думаете, Флай победит Хапыча? Не знаю. Флай вчера хорошо отыграл. Хотя, наверное, скорее это Рома плохо отыграл. Здесь две бойни. В Масабуму будет играть. Кстати, ни одного финда, по-моему, не построил еще. Да, ни одного финда нету. Будет сразу в Абумов играть. Ну, это, кстати, карта очень вероятно, что будет за Андедом. Уж больно как-то он неплохо поджал. Экспанд достаточно поздно. Сейчас эльфу негде крепиться. Ну, надо отманивать огра, прикапывать его, окружать, забирать девайс. Но Андед это должен контролировать, все-таки там третий ДК есть. Но Андед крепится. Погодите, а сюда разве можно его загнать? А, да, можно. Блин, у меня почему-то на этой точке он сюда не добегает. Видимо, надо сразу туда архимага засовывать. Вот на нижней точке он добегает до таверны, а здесь у меня что-то тупит. Видимо, я что-то не так делал. О, выносливость, нормально. Но Undead зря, конечно, эту точку не проконтролировал. Надо было, конечно, чекать ее, потому что огра здесь легко забрать. Девайс хороший. Кольцо. Опять выпал, кстати, шар. Да, Undead потихонечку в Абумов уходит. Дестройера поднимает. Главное, вонь не забыть сделать.
好，这边是双。Странно, вонь пока не делает. Ну, кстати, там дерева нету на вонь. Дерево, по-моему, точнее, вонь стоит 100-200. То есть 100 голды и 200 дерева. А там дерево 50. Ну, это быстро накапливается, там все-таки гули таскают. Так что сейчас он сначала хотел обумов именно заказать, чтобы под лимит, а потом уже вонь сделать. Это тоже правильно. Главное, чтобы в битве уже она была. Потому что уж больно хорошо она помогает. Приходит по таймингу, когда экспанд только достроился. Отменяется шахта. Будет ли эльф делать ТП? Здесь армия андеда, по сути, две гули, один обумчик. Смотрите, хилится до фула. Алхимик третий. Ой, как сразу в кучу репортирует. Странно, что нового не стал откидывать. Три обума. Ой, сразу кипера принимает. А есть что-то? Есть, да, бутылка на 500. Но обума теряет за счет этого. Вот выбил бутылку, но потерял обума. До сих пор вони нету. Блин, ну без вони, конечно, он сюда пришел. Это лол. Хилится дестройер. Там дрядка умирает. Ну, неплохо обумы смотрятся, но... Вот это, кстати, всегда ошибка от эльфов, я уже не первый раз замечаю, когда энты рядом находятся с прикопкой. То есть, в итоге дестройер диспелит и прикопку, и энтов. Ну, блин, смотрите, вонь не сделал на обумов. Херокил, конечно, был хороший, если бы убил кипера, было бы сразу плюс, но в итоге здесь разваливается, еще и барак по щам дает. Виспы подходят. Копается лич. Есть койл? Есть койл и ТП делает андед. Ну, это, по-моему, 2-0. Чё-то как-то, блин, вроде андеда было нормально. Вонь, кстати, под конец битвы доделалась. Ну, чё-то, не знаю. Лимиты одинаковые были. Наверное, вот этот херокил, который не сработал. И в итоге андед обуму потерял. Ну, такое. Но видно, что под рядом не хватает дэмэджа без финдов. Когда есть финды, ты там типа выпускаешь паутинку, минус сразу одна дрядка. А с обумами там, конечно, урона нету. И учитывая, что он без вони пришел. То есть дрядки. Хотя, блин, на самом деле на этой карте вонь-то особо не полезна, учитывая, что есть фонтаны. В самой битве полезно, а вот после битвы вонь ничего не делает. Фонтан на халяву хилит. Ну что, у андеда здесь лича нету. Надо базу, наверное, свою ставить ответную. А как еще? Что еще делать? Лич второго. Ну, кибик уже четвертого. Ой, там еще и трушот аура выпало. Две хорошие ауры. ДК наполовину пятый. Он без лича покачался. В итоге лич второго всего лишь. Нам надо, наверное, пытаться базу ставить. А как тут? Тут уже... Ой, какой диспл хороший. Тут вряд ли уже как-то продаешь такое количество дряд. Тем более, что ночь началась. Толку приходить на базу к эльфу вообще нету. Не, все же чисто обумы без финдов очень слабо смотрится. Если бы еще катапы сделать, ну катапом, я думаю, даже через обумы можно пробежать. А, вот, кстати, катапа как раз подъехала. Ну, блин, ну...
Ну да, сразу отфокусили, она неудачно зашла. Еще сразу телегу отфокусили. Но здесь у Андеда все не так, как надо. Ряды чисто двух юнитов очень полезных убили сразу. Очень много дряд. Алхимика пытаются нюкнуть, там должен быть став. Кстати, став-то нету. Свиток сделал. Блин, вот Андеду чуть получше позиции, уже было бы все по-другому. Катапу сразу зафокусили. И опять еще одна катапа едет. Ну, понятно. Ну, хорошо. Ну, блин, две катапульты сделал, в итоге катапульты даже ни одного выстрела не сделали. Обидненько. Там энта одного забыл. Мун. Обумов почти отконтролил. Ну, почти не считается. И какой-то подлаг. Завис что-то стрим. А, это у меня интернет подвис. Так, сорян, у меня интернет что-то подвис. У меня вчера в это же время подвис. Я разве роутер в 10 утра перезагружал? Я вроде ночью перезагружал его. В общем, 2-0 за Муном. Вот такое дело. Кстати, надо попробовать 8М врубить. Да, работает. Так, следующий матч будет Фоги с Найтендом.